5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сцепление.
опять дрон запускал. Что-то мне не нравится, по вибрациям не нравится. Магнита выключена. Выключена. Из выхлопных такое же пламя, как и на правом. А что за звук? Не понял такой звук посторонний. Я подстрашка говно на упастях. Там, понимаешь, я одного опыта трубы. А, понятно. Там уже. Он нет, не на каждый опыт так делает. Раньше почему не было? Кстати, улетело все. Палеты тоже? Когда останавливался, до самого конца самолет трясло, как будто уже. Ну я говорю, не тряска. Сбалансированный винт. Да, да, да. Не может у нас, что одна лопасть какая-нибудь не выходит, на не проворачивается. Клинит ее. При осмотре там одна лопасть на полградуса была больше остальных, но полградуса это полградуса все-таки. Можно насосом флюгирования куда-нибудь в среднее положение вывести, посмотреть, будут ли они совершенно выходить или нет. Ну, когда вариант? Насос флюгирования хорошо. Насосом флюгирования классно. Мы не аккумулятор не вскипятим. Там ток 200 ампер. Ну, жрет, ну хорошо. Ну, на запуске не кипятим. На запуске, там меньше. На запуске сотню жрет. Да? Даже на раскрутке. То есть мотовилов он не выводили, они эти старые аккумуляторы, там сколько, 30 или 40 ампер часов. Он говорит, а они вскипят. Ну, хрен его знает. Вскипят эти. 200, они стартерные, 200 ампер там дадут. Ну давай выведем сейчас флюгер насоса. Зафлюгируем винт. Не обязательно до конца флюгировать. Вывести там половину. Ребят, сейчас в обыске немножко шаг дадим флюгер насосом. От винта, ребят. Да не 200 сотен. Немножечко дам. Да давай полностью. 50 ампер. Движется все синхронно. Там автоматы. Все, дальше не идут. Мы бы видео сняли бы, ё-моё. Как лопасти флюгируются. На что? На фотоаппарат. Пошли посмотрим, насколько они. Пойдем посмотрим.